Всем привет! Вот наконец-таки и до нашего Poco X3 NFC добрался этот патч обновления. Это уже 13-я MIUI 01 сборка. Посмотрим, как она будет работать. Что я заметил в первую очередь? Ну, это то, что в компании Xiaomi появились цыгане, которые у Samsung забрали его боковую кнопку. Такие, ай на не на не, это нам нужно. И к себе, шлепаем. Вот. Больше всего меня напрягало то, что во время скачивания обновления я дважды проверял, работает ли у меня функция записи всех звонков. И таки да, она работает. Вот. И будет она работать, как оказалось, и после обновления. Обновление на эту услугу не влияет, потому что звонилка от MIUI как стояла, так и стоит. И все, абсолютно все звонки она воспринимает и адекватно записывает. В очень хорошем качестве. Лучше нее ничего нет. Так что у кого нет такой возможности, такого патча, расшарьте свой телефон на сирийскую сборку MIUI прошивку, и у вас будет счастье. Вот. В принципе, посмотрим, что будет дальше с обновлением. Но внешне мне уже нравится. Не знаю, насколько его хватит в плане автономности, но тем не менее там новые значки пообещали. Будем проверять все. Все со временем покажет. Пока устанавливаем, не боимся. У кого стоит звонилка от MIUI, она все равно будет работать. Контакты от MIUI будут работать, сообщения от MIUI будут работать. Не стандартные, которые шли от Google, а именно MIUI. Звонилка к Xiaomi. В общем, как-то так. Не бойтесь, обновляйтесь.